все боятся выходить. Производственный процесс остановлен, но, как, опять же, как сказали мои сотрудники, то есть делегаты, которые сегодня здесь, никакое оборудование, никакие техпроцессы уничтожены не будут. Но здесь, это я говорю пока со слова, мы завтра это увидим. Помогут здесь. Предприятие выступает за отмену решения Центра избиркома относительно выборов. За новые перевыборы и за снятие действующей власти нелегитимного президента, да, люди отказываются от этого президента. Нам он не нужен. Шла колонна МАЗов, получается, против насилия. Всех ГАИ остановила, не дала провести мирный протест. Мы ждем перемен, мы очень ждем. Я позавчера, когда включили интернет, плакал, какие зверства происходят. Вчера я плакал от того, что Беларусь стала, потому что уже это невозможно терпеть. Это самый настоящий фашизм.